Черный бумба, черный бумба. Да, у меня, как обычно, интернет повис. Ну, вот вроде отлагивает. Они что-то, походу, как-то переключают, что ли, какую-то сеть или что, я не знаю. Но вот сейчас опять в ноль. Не знаю. Ясно. Еще висит. Они либо что-то сеть, как-то линию куда-то перекидывают, либо что, я не знаю, потому что... Просто в ноль интернет уходит. Вот сколько? 3 минуты в ноле, да? 3 минуты. Не мешай. Привет. Слот на Next, пожалуйста. Сайфа, подчеркивание, Диас. Давай, дядь. Только не факт, что будет Next с таким интернетом. Пока не отлагает, нормально, пока не пойдет, я не буду играть. Сейчас стабильность пойдет. Я-то вижу. Ведь у меня есть черный бумер, он всегда со мной. А ведь у меня есть черный бумер, бумер заводной. Быстрее, шальной. Волосатая жопа у меня с тобой. Так, ну вроде не лагает. Сайфа, спасибо, я выделю на Next. Сейчас чуть стабильность пойдет. Я вот смотрю, да, на битрейт. Стабильность начнется и... Они, видимо, переключают что-то сеть куда-то. Куда-то, зачем-то. Вот, и... Г. И тогда норм. Все, уже 12к битрейта стабильного, поэтому... Надеюсь, в новом доме у меня нормальный интернет будет. Надеюсь. Армлет, говорит, собрать надо будет. Ух ты. Ну, отзвонил на 7 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Что-нибудь типа фан-встречи. Ну, приезжай, дядь, в Туапсе. Без вопросов приду, куда надо. Посидим, почилим. Быстрый-быстрый шавальной, бумер у меня шальной. Ведь у меня есть черный пипер. Черный бумбер. Ух ты, стана даешь. Покатаемся с тобой. Покатаемся с тобой. О, найс. А чё, до крипа не достоять, что ли? Ясно. Понял. Музыку заблокировал. Какую? Которую ты типа поставил? Вряд ли, я не блочу треки, дядь. Донейшн может заблочить. Че там, мармор качаешь, дядь? Ну вообще теперь пофиг на тычки. Это контра. Но качая себе 2-3 терпильно, он не сможет меня раздамаживать. А я смогу его раздамаживать.
Так что нормально. Ману накинул, нарабатывай. Я сейчас посмотрю, свернусь, дядь, дай только подкрепиться. Мид у меня фулфришный. Я его по 30 дэмэджа караю. Если чё. По 30. Фурманс плюс... Но у него там 5-6 крипов на миду, не больше. Промах. ПТС, да не, не вернут, скорее всего. Вот уже побольнее чуть ему. Чуть-чуть побольнее. Самое тупое, если я захочу его попытаться убить, он просто откинет стан и все, как бы на этом вся моя атака закончена. Он максит тройку. 11. Куда кура летит? Я же... Блин, это какой-то баг. Вот надо даже сейчас на стриме пересмотреть. Напомните мне, пожалуйста, пересмотреть. На стриме. Я нажал же просто на Т, да? Получается. И кура полетела, все. И ничего больше не нажимал. О, здорово. Про новый сезон. Ну, новый сезон завтра. ТГ, подпишись, чтобы знать, когда сезоны кончаются. Не знаю, имеет ли смысл вообще харасить его, не понимаю. Наверное, вообще смысла в целом нету. А меня не заберут, по идее, тут вся отмана. Доминейтинг. Да хватит промахиваться, кривой. Сейчас свернусь, дядь. Хотя не сейчас, наверное, пока мид не брошу. Мид пока не брошу, дядь. Сворачиваться не буду. Посмотрю, что там. Если ссылка есть на трек, я от руки подрублю. И все. Пойдем в лесочек сходим. Есть Бонни М какой-то. Если в РФ заблочено, дядь. Все. Заблочено. Да ты, блин, криворукость моя. Заблочено, дядь, я бы подрубил. Так что отдыхаем. Так, говоришь, если по роплу, давай. Четырнадцатый армор. Он третий максит. У него тройка раскачана там. От него дэмэджа не будет, но он будет очень стойкий. Так, ну я все равно, давай лучше дядь дамагу. Приветствую. Бан дают за уничтожение союзных артов? Конечно, дают. Могут там на 2 недели до месяца. 2 недели до месяца там. Спокойно.
Что тут, пассивненький лайн, да? Пассивненький. Там купол есть, если что. Блин, одну тычку отразил, прикинь. Одну тычку отразил. Заходи, заходи за ним. Хорошо. Хитрый бобр. Бобер! Я пердола, бобер, курва. Бобер, курва. Бобер! Оп, хорошо, этого туда же побьем. Не надо, бобер! Бобер! А, ну баш сходу. Дядь, не надо, пожалуйста. Дядь, ну не надо, пожалуйста. Ну не надо. Ну не надо, бобер. Бобер! Бобер! Но я умер все равно. Хотя, есть. Такая вещь. Эй! Ха-ха! Чувак! А, 4 стика и в двойку. А, в единицу даже. Жесть. Вот это, конечно, бобер. Я пердоле, бобер. Слушайте, ПТ-шку не вижу смысла собирать. Или собрать, блин, ранний дамаг. Давайте сделаем вот так вот, дефолт, да? Тома, 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 Тома. Тома, Тома, Тома. Все тут. Все, дальше, дядь, артефакт, который мы заготовили с тобой, собираем, окей? С таким билдом работаем. С таким билдом работаем и заготавливаем артефакт, который должен быть по рофлу. Хорошо. Там ЕСа убивают. Тома, Тома. Ты, по-моему, видос с ежиком снял в телегу, курва, ежик. Ежик, и ежик был, и чё только не было, дядь. Хорош. Хорош. Тома, Тома. Правда, там такие герои, если Войд забирает, дядь. Это ГГ. Чаленги есть чаленги, дядь. Работаем, фармим, пушим. Мог бы ульт на своего крипа кинуть. На кого хочу, на того кидаю, дядь. Отдыхай. Отразил! Ой-ой-ой, ну ой, хорошо. Хорошо. Здорово. Прикинь, отразил Войд тычку, вы видели? Чуть дэмэджа нанеслось, он отразил один из двух уронов. Он либо отразил мою стрелу, либо отразил родной дамаг. Скорее всего, родной дэмэдж он отразил, а стрелу засчитал. Жесть, конечно. Блин, БХ еще на самом деле крови попьет. Их всегда 5, нас 3.
Так и живем, братка. Тома, Тома. Ну, желательно что-то бы вообще сделать от Боника изначально, а потом уже все остальное. Все же все остальное. Да там багануло анимацию, дядь, поэтому двигался. Поэтому. Блин, как сложно в чате Ютуба написать, надо обязательно в игре написать. Да хочешь, заходи без доната, какая разница? Я не буду в личку тебе отвечать. Потому что некогда. Я душу, я играю, отдыхаю. Так, 2000 золотых есть. Между прочим. Тома, Тома, Тома. Что там, где моя Тома? Он же скелет, он в куполе. О, танцор диско. Куда ты пошел? Невозможно убить вообще. Куда идет? Зачем? У меня время вышло. Тома, 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 Тома. Дядя, не надо. Ну, типа, без стрейфов не убью. Стрейфы нужны. Утги, дагер. Да уж. Ну, сорян. Как получилось, дядь? Надо варды поставить на агрессию. Куда ты пошел? Ну, это ГГ. Это ГГ. Жалко, они контрпикают, а мы не контрпикаем. Мы по рофлу. Блин, вот как играть, да, по рофлу с ними? Вот парень берет БХ, да? Ломая полностью весь контент. Мне ж тогда тоже нужно что-то. Типа я, если, ну прикинь, я сейчас зарашу рапиру, я сразу же ее отдаю, потому что там БХ. А у нас Лордара не взяли за контрпикать. Видишь, как там БХ вторым пиком взялся. После моего пика. И типа у нас дальше Люкан, там, знаешь, там пушит по рофлу, пацаны. Вот, и типа, блин, по большому счету, то реально вот просто тупо надо сейчас брать, делать манту. Но если я сейчас делаю рапиру, я выполняю, ставлю галочку, что я якобы сделал. И сливаю игру, все, вот и вся дота. Понимаешь? Вот как быть? Я манту буду делать. Серьезно, я не хочу эту игру сливать. Сделаю манту. ДК я никогда не убью. Слишком жирный. Слишком жирный. Ну, ЖТП дает, чтобы уже задушить. Вот проблема, да? Добрый вечер. Я манту буду делать, дядь. Не обессудь. Я не хочу сливать эту игру. Они достали, блин. Всегда руинят этот контент, да? Вот хочется фаст-рапира, да? Как ее делать? Ее ж не сделаешь ни хрена. Как ты сделаешь фаст-рапиру, если они на контрпикают и сразу ее отдавать? Ну, это типа как-то неправильно, я считаю. Надо тушить. Потом все остальное. Там еще и Void, прикинь, тоже. Типа, я рапиру собираю, Void просто берет купол, в меня дает и все убивает. Это ж нечестно. Давайте дасты купим. Дасты. Так что давай пока просто поиграем. Чтобы не усугублять игру. Ай, жесть. Вот хоть бы кого-нибудь, да, сюда еще допом.
Они вон толпой играют. Ну, сейчас ЦМ-ка умрет. Просто за пару кнопок. Стан. Ну, это ГГ. Нет, я не буду даже подставляться. Я сейчас, знаете, почему вылез? Потому что ЦМ-ка бы сказала, а почему ты не помог? А вот ты прыгаешь хавать, дядь. Не надо, и он же жирный. Ой, какой хук. Конечно, как тут попасть? Ладно, я побежал. Под ХГ. Что делать? Еще трек кинь. По кайфу же. Марафон сейчас устроим небольшой. У нас парень на Зете фармит. Я тоже фармить буду. Манал я. Го тупо фармить АФК. Но типа я не вижу смысла. Они активно играют в пятером. Все фармят. Я ж ничего не сделал. Я травала себе купил так чисто. Побегать. Толпой бы как-то вот этого бы укусить, не знаю, и задушили бы. Я не могу убить, сразу он там убегает, там кнопку нажимает и ГГ. Эх, хрен мы его заберем, дядь. О, нифига себе. Поэтому просто фармим. Тут бы я даже, возможно, лотус рассмотрел бы на ранние артефакты. Войд пришел. И не буду подставляться. Уже бегут по лесу. Не надо, пацаны. Да? Отстань от меня. Все, найс, упал. Хорошо. Это Тома. Тупо извращение. Даже здороваться не буду на такое. Николай. Сам такой. Вот забрать бы его, да? Хукай! Можем же. Хорош! Вот так-то лучше. Сам такой, Николай. Я олень, вот это другое дело. Так, ну что? Маента. Да ты, блин, оладик. Ой, жестко. Ты когда посылку заберешь, ты мне лучше скажи. Налогоплательщик ты, блин. Она там ждет тебя, плачет. Без тебя никуда. Я 2010-го, дядь. Глория Джинс. Какая Глория Джинс, дядь? Ты там про свои мечты не рассказывай мне. Ты мне скажи, когда ты заберешь постсбилку. Привет. Что? Он засолил его? Чего? Завтра еду в ту сторону. Все, я тебя понял. До свидания. Хорошо. Что, давай рискнем, дядь. Рискнем. Завтра в ту сторону, хорошо. Ты мне, блин, не добил. Ты мне скинь хоть этот фотоотчет там, что там получилось. А то так неинтересно. Тома, БМ и там какие-то.
Что делает медальон? Армор снимает. Хорошая вещь для раков. Хорошая вещь для раков, дядь. Тома. Да жесть. Кто такая Тома? Вы мне ответ дайте. Хорошо. Медальон дает плюс 100 к весу яиц. Яиц. Не яиц, а яиц. Жесть ты, конечно. Я тебе не понимать. Тома. Тома, пойдем что-нибудь делать. Давайте Тэшку казним быстренько. О, некрономиконские есть у нас. Слушайте, а все у нас тут эти. Все шансы, чтобы победить. Не надо в меня фиссуру. Ух ты. Окей. Жесть, прикинь, не добил. Сейчас еще шоит идет, пацаны. Эй, Аркварден стоит там, чилит. Привет. Не крочей срочно Зету, скажи. Да он знает, что делать, дядь. Пусть собирает. Тома. Соберет. Прикинь, под этим, под волком. Под волком круто. Круто, как под волком будет. Я кушаю там, где волки срать боятся. О, да. Что за хрень. Так, братка, ну идем к заветной цели. Конечно, извини, что так долго, но видишь сам, какая катка. Как-то так-то. И надо куру свою носить рядом с собой. Вот так скажешь, дядь. Спасибо большое. Жалко, БХ там не сдох. Прикиньте, чуть-чуть осталось у нее HP. О боже, какой Николай. Николай не дворай. Ой, как лопнул Шухекс на БХ, прикинь. Хекс на БХ, если что, если вы не видели. О, забей вообще. Посмотрел в чат и забыл про куру, которая там висит. Гений. Жесть, остался без рапиры. Ну, может, оно и лучше. Да кто вот так оставляет? Не оставляйте так лоу хп крипаться. Жесть, конечно. Это беда. Агрид, дядь. Привет, меня Рахат зовут. Привет, Рахат. Слот можно. Слот можно? Но если даешь одобрение, дядь, то можно. Спасибо. Спасибо, дядь. Если слот можно, то можно. Давай, дядь, поехали. Тома. А есть кто плюсик там? Уджа там, не знаю. Я типа сам его не вытащу, этого дракона вонючего. Никого нет. Да ты вот не фармил бы, типа, ну, помог бы. Было бы офигенно. Ох уж эти пуджи, но на ТП уйдет. Что мне тут, что мне, высраться, что ли? Вот ты только сейчас додумался. Продай свои танго и носи ТП. За кринж. Жесть, печально, конечно. Ну, танго дороже, чем, конечно же, этот. Соло не убить. Че, мне юл делать какой-то? Как думаете? Тома. Что там? Угу, сентри носит.
Сентри, сентри, сентри. БКБ-ху next. Некрономикон и единица есть, да? Гоу вместе, парни. Гоу вместе. Хоть разок. Надо подраться, блин. Кто здесь хочет подраться? Гоу. Гоу, 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 гоу. Кусай, хукай, дядь. Это как соси, кусай, только кусай, хукай. Хорош. Лучший бизнесмен в мире. Или бизнес-вумен. Здравствуй, здравствуй, дядь. Я с тобой поздоровался, ты прогулял. Если что, видимо. Ух ты. И, ну в меня обязательно надо это ставить. Ой, цемемка как затушила. И Акс прыгнул. Жесть. Печалька. Ты уже в новогодней шапочке сидишь, а зимней карты все нет. И не факт, что она будет, дядь. Не факт, что она будет. И не факт, что она будет. Какой шортс у тебя интересный? Так я ж откуда знаю, какой интересный, что за вопрос? Какой есть, такой есть. Тома, Тома, Тома. Что, будем кого-то убивать сегодня или будем в куполах всю игру стоять? Как думаете? Наверное, в куполах стоять будем. Блин, и дасты желательно носить. Ладно, пофиг. В пикселях. Любишь пиксели, Николай? Японские пиксели или китайские какие-то? Китайские или японские пиксели? Нормальная тема. Ой, хорошая руна. О, забрали, забрали, ДД. Даст. Сентри, сентри. Поставь. Ну, поставь. Кто, вот кто-то забрал, ушел. В мид ушел, ну БХ был это. Но это было так банально. Души его, там Сата, нифига себе. Стан откатится сейчас уже. Нормально, там уже сатаник. Почему Пуч решил лоу хэпового ЕСа прыгнуть? Я немножко не понял. Мне надо ждать, я тут сам не вывезу. Нужен Пуч, чтобы такое, типа, ну, законтрить. Он просто кусает, ДПСит и все, и мы его убиваем спокойно. О, господи. Найс хук, дядь. Ладно, бывает. Найс хук, бро. Найс хук, бро.
Зимняя карта под вопросом. Да думаю, будет. Дело времени, дядь. Дело времени. Они в рашпите. Ну типа, сейчас фиссура будет. Отпрыгнул, прикинь. Ну мы тут вдвоем, втроем опять. Я не знаю, где мой Z, который должен помогать. Я не понимаю, честно. Z-а нету никогда. Братка, но мы так не выиграем, если ты будешь далеко на Z-е постоянно. Ну, Рошана зашли, можно подраться, но не хочет он. Одно поле там никто не дамажит. Можно стоять, чилить. Ну ладно, БКБ-ху втариваем. И работаем. Да не факт, Николай, что будет со мной новая карта. Зимняя. Не факт. Деф. Так, Бики-Би, говоришь, да? Ой, ну не надо, дядь. У меня жесть как кура далеко. Ой, я быстро жесть, убежал просто. Быстро езжу. Ой-ой-ой. Я не знаю. Ну там еще кто-то идет. Еще кто-то идет. Где мой этот курьер этот забрал, блин, прикинь? Хорошо. От ХГ. Я в этой катке вообще жесть по КД. Курьеров отдаю. А как я будем играть, не знаю. Да, меня побить надо, дядь, да. Правильно, правильно, молодечек. На войде чувак по КД меня только пытается. Это мы без Z-а, кстати, дефили. Без Z-а. Без Z-а дефили. Z не хочет дефить. Гост надо. Точно, я на фулл дамагере играю, мне надо гост собирать. Ладно, хорошо, сейчас соберу. Сейчас соберу. Я бы хекс собрал сюда. Прям вообще хорошо чувствую хекс здесь. Надо пуджа просто, чтобы он вот эту телятину укусил воздушную. И я раздамажу его, думаю. По крайней мере, я так думаю. А там посмотрим. Типа он под ЦМ-кой, под колбами. Идем. Разытывается, рассыпется. ДК в нападении. А куджи, Эманта, зачем? Душите его, этого каку. Хорош. Да ударить его хотя бы разок, ударьте парню.
крача схаваю, 900 хп как-никак. Пейбэк, найс. Хорошо. Пойдет, топ сломали. О, они оставили, лол. Так я мид сломаю сейчас. Окей. Мид сломаем. Our allies town needs help. Дед Морбоз, да. Дед Морбоз. Сексу Дед Морбоз. Хорошо. Бомбончик золотой, писюнчик кривой. Закан Сумадон. Поехали. Ой, ЦММ-ка тащит тут. Ой, спасибо. Вкусно. Два рапиру делай. Спасибо, дядь. Сейчас что-нибудь придумаю. Но я им изи бараки поподломал. Так что нормально должно быть. Изи бараки поподломаем. Дед Морбоз. Хорошо. Шарды, да не. Не-не-не. Спасибо, ребят, всем, кто на стриме. Не забывайте подписываться, участвуйте в розыгрыше. Внизу в описании стрима все написано. Комментарий, лайк, подписка, подписка на YouTube, подписка на ТГ и все. Участвуйте в розыгрыше. Под каждым видео, которое сейчас выходит 16 ноября, оставляйте комментарий. И все. Комментарий оставляете, подписывайтесь и имеете возможность выиграть мишку. Куда там пуш пошел? Фидонить? Зачме. Зачме, дядь. Крит по 1500. Не, дядь. Крит не. Нам не крит тут главное. Хитрость главное. Главное наше оружие — это хитрость в этой игре. Вот это очень плохо, что я сейчас делаю. Он не успел трек закинуть, это радует. Жесть, как он не успел. Ну, Войда убивать, конечно же, такое себе занятие. Чел все поотражал. Сколько я тычек? Тычки 4 дал ему, он все отразил нафиг. Все отразил. Б. Байбека нету, не значит, можем тут сдохнуть. Ватерфурул нет. Кираса лучше. Минус армор. Минус армор лучше. Б. А мы сдохнем тут сейчас, не надо, не надо. Чикен отводим. Опять он в эту чикен ультовать будет. Ладно, вот так сделаем. ДК летит. Звук был хух. Нет. Это был звук перевоплощения. Пойдем, минус 2, в принципе. Ты че тут фармишь, дядь? Ты че тут забыл? Че ты тут? Че ты тут стоишь, братка? Все, погнали ломать. Ух ты, смотри, успею? Не успеваю, да? Ладно, за это похоронили. Давай, до сатаника. А, забашил, окей. Но это ГГ, не убьем. Забашил, это решило, прикинь. Чут-чут. Ну, понятное дело, меня же забашило. Войд. Задушил. Вот так вот он.
Забашил ГГВП. И ничего не спушили. Ну, байбек был, да, вроде? Баюбак. Баюбацк был, возможно. Баюбацк. Золотые купола. Они меня могут по лесу искать ходить. Хорошо. Full HP, найс. Заобузили. Можно медали апнуть. Минус 10 армура будет давать вместо 7. Но мне кажется, оно того не стоит. Вот так сделаем. Это дерак. Дядь, а не деранг. Дерак. На байбек надо нафармить. Дерак. Деракн. Это деракн. Деракн. О, и этот деракн тут. Я сейчас могу сдохнуть. Вот тут по-любому есть. А, оценки вардов нету. Печально. Деракн. Криты, да, думаю, крит сделать. Либо МКБ. Лучше МКБ, это более такой универсальный артефакт. Думаю, лучше МКБ. Это Рошан будет. Деракн. Был поклонником Ягами. Ягами очень... Не очень. Все, на этом закончено. Он очень странный тип. Максимально. Да, мы тут мы, скорее всего, проиграем, если они сделают one way. Нам арк не будет помогать в этой игре. Арк не поможет нам. Нам ХГ будут ломать, арк не будет в дефе стоять. Сейчас тут толкнем еще. О, вот и арк, ничего себе. Ну, найс, я все отдаю, меня фиссурой перекрывают, и все, он не попадает кнопка. Слот к Суснику МХ. Суснику МХ, дядь. Хорош. Спасибо, дядь. У нас на топе кто-то сфидил, да? Арк Варден пришел. Суснику МХ. Хорошо. Кто у нас отдался там на боковинке? Люкан. Уйдите, не высовывайтесь. Не выходите. Не выходите. Суснику МХ. Хорошо, дядь. Не знаю, убью его? Нет, но попробую. Пробую. 300 хп. Сейчас агру сольет. Не хочет сливать, да? Пойдет. МКБ. Здорово. Я выделю слот ему. Выделю. Слот к Суснику МХ. Как хорошо, что у них нету гема. Я не понимаю, почему они не берут гем. Но это просто кринж. Реально. Что сложного взять гем на БХ? Это какой-то бред.
Флот к суснику МХ. Где моя команда? Я киллы сделал, ребята. Идем. Вы чё? Вы на рофле вчетвером леса гоняете. Да я не могу ударить на эрку, лол, не бьет. Цепляй его, морозь его, уничтожай его. Хорош, все. Но не убьет меня. Хотя убьет. Я так и не вкурил, где рапира? У кого она? У кого моя рапира? Рапиру выложи. Хорошо. Гоу. Пойдет. Ну, ласт сторона. Ну, как ласт? Еще стороны. Жесть, конечно. Дотка у нас сегодня. Так, Акс там. Кто еще там будет? Ага, хорошо. Войд пойдет дефит, значит, да? Правильно говорю? Где Войд? Выходи. Вон он, Войд. Не бизнесмен, а бизнес-мем. Знаете такое? Да я вроде чекаю, вроде нету там гемов. Но меня уже пробивает чел на этом. На Войде. Очень больно пробивает. Очень больно. У меня армора нету. Единственный армор, который был, это Аквила, я его продал. Кирасу было бы в идеале нафармить. Но... Не знаю. Нет, я не часто выигрываю, дядь. Ну, бывает выигрываю, бывает проигрываю, это нормально. Пенет Тревел 2. Герой прилетит, убьет. Хорош. Но я не буду драться. Войд. Бегает. Так, минус глиф, окей. Минус глиф. Арка нету в драках. Я не буду без арка драться. Типа смысла вообще не вижу. Салам. Хорошо, сейчас гост возьму. Ну, по 70 секунд нас сломают за это время. Не отражай, пожалуйста, все весь дэмэдж. Вылезет, будет умирать. Хорошо. Ну, я тоже умру тут. По крайней мере, я задефаю таким образом ХГ. Или нет?
У меня проблемы сейчас, серьезно. 4 героя за мной бежит. По идее, догнать не должны, если что, рапиру я сейчас дропну. МС у меня высокий. 122. Но я ХГ этим мулом задайфил и войд забрал. Хорошо. Хорошо. Фух. Нормально. Кираса есть. Магас отправлю. Добрый вечер. Слот и успел, зашел, дядь, либо по донату. 53 минуты. Что-то очень жесткая катка. О, войда нет. Погнали. ДК пошел в рожь, у него БКБ. Как хорошо, что он какой-то слот заменил. Ой, прекрасно. Этого туда же сможем? Ай, ГГ. Хорош. Все, это ГГ, три стороны. Ломай, ломай. Мид, идите. Когда клерстат? Завтра КС будет. Новый сезон завтра начинается. Добьёй, добьёй, добьёй. Ну, блин, вой треснулся. Очень опасно. Ну, над этим бараком они сейчас труситься будут стоять. Могу умереть. Не хочу умирать тут. Добьёй. Жесть, добьёй. Что это за добьёй? Акс улетел, да? Люкан, пусть дефает. Потеряем один барак, но это не страшно. Если Акса заберем, будет хорошо. Посмотрим, кто на топе дефить будет. Так, ДК вниз улетел. ЕС на топе. Хорошо. Успею улететь в БКБшке. Да, найс. Экрономикона сожру. Ну и все, дефимся там мега крипы. Стараемся дефнуть. Вижена вроде на мне нету. Если будут прыгать, то скорее всего прыгать будут в меня. Войда я не вижу. Войд на деф ушел, да? А, вот и Войд. Хорошо. В кустах бегает. Ладно, курой подсветим, правильно? Или нет? Хорошо. Гоу. Третью сторону хотят ломать. Не сломают. Этого убьем. Хорошо. Еще не крача захаваем. Нет, лучше крипа, тогда он плотнее. Здорово. Пойдет. Ну и все. По идее, норм должно быть. Г, 100 сек, войд. Сейчас кого-нибудь в магазе, может, поймаем. Пробежимся. Да какой ГОСТ, чувак? Ну о чем? Какой нафиг ГОСТ? Ну, сейчас надо будет драться. А не этот, не пушить. Жесть, крипы 1200 хп. Хорош, варды сразу все снимаются. Найс. Ну кто будет первый подставляться, скорее всего. Батон и Войд. ЦМ-ка, кастуй, брат. Мне хиксы и все мне дали. У меня есть ВВ, если что. Очень много мне нажали. Зачем ты забираешь, дядь?
Забрал рапиру, я, ну я типа не дамажу. Ой, хорош. И если вовремя... Ну, они сломают сейчас, скорее всего, третью сторону. Да бей трон, дядь. Жесть, что за напряга, да? Рапиру сделал, тоже пойдет. Но я без ББ. Уйди, уйди в ХГ. Да не должны мы тут проиграть. Не должны. Если от него урона вообще нету. Но байбека у меня нету. Два героя на базе. Давай, пуджик. Ну это мега крипов нам сейчас сделают. БКБ, брат, БКБ и дерись. Ой, какой прыжок. Зря прям в упор прыгнул. Не, они выиграют это. Мы тут не выиграем уже. Уже не выиграем. Я слишком долго АФК сижу. Слишком долго. Не крочи, дядь, ломай глиф. Глиф, да ладно, глиф есть! Просто на секундочку глиф. Вот это что такое? Прикинь, там просто микро-микро-микро писечка на глифе была. Пойду. Проветрюсь.